Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Сейчас сюда пришел, записал этот альбом. Братик, хочешь со мной пифа? Буду пить тебя ремнем. Я накрою этот стол, не волнуйся, все вернем. Мои братцы с фразом генга, они рядом, все путем. Ты базаришь, а не тю, ты толкаешь наркоту, но ты не фан. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни. Ребятки, что скажу? Ну, конечно, молодец мальчик. Голос исполняет, как. Угу. Как же он сладко поет, ребята. Голос великолепный, ребят. Да, очень красивый голос. Да. Ребята, знаете, слова не знаю, а вот, знаешь, подпевать хочется. Хочется, понимаешь? Потому что твой голос как гипноз. Он так классно звучит, так его хочется слушать. Музыка классная. Молодец, твой голос вообще шикарен. Мы все бразим, мы с парнями наверху. Скоро я вернусь к Андрашу, наведу танцуету. Кину так, как Стефан Карри, не волнуйся. Я забью, что-то нету настроения. Пойду, приму, покурю, сделал пачку за неделю. Мои легкие в дыму. Я сиду, лечи, скоро не какой кайфу. Я не вру, я в Кандраше, чё за пыли, сейчас гору. Никогда не по бутылку, всегда покупал по два. Лучше радовать, смеяться, чем грустить, лежать на дне. Ваши треки ждут опеку, я взял бит под ипотеку. Забежал быстрее в аптеку, взял гандоны вместо грека. Мои тёлки ждут ответа, твои тёлки несут чушь. Лучше просто трахну после, чем все время слушать чушь. Никогда не изменяю, вечно прав. Ребятки, видите, про девочек поют своих. О любви, ребятки. Вы не врут, одеваюсь, скорее беруши твои, тёлки тебе врут. Я не слушаю те бредни, лучше возьму себе бренди. Буду радоваться пить, а ты будешь спать в подъезде. Проси, приму подкурить. А сейчас сюда пришёл. Записал этот альбом. Братик, хочешь со мной пифа? Буду бить тебя ремнем. Я накрою этот стол, не волнуйся, все вернем. А сейчас сюда пришел. Ребят, что скажу, ребят? Ну как же он сладко поет. Исполнитель, ну, хочу сказать, как он классный, да? Так он красиво поет. Так красиво ноты берет высокие, да? Так вкусно, да? Вот его хочется слушать реально. Он как будто держит человека под гипнозом, да? Вот скажи. Угу. И музыка такая, и ударный есть инструмент, и нежность музыки, и голос. Вот все понравилось. Танцевать охота, и хочет тебя слушать. Ты очень талантливый, да, очень талантливый. Не останавливайся, пиши дальше. Вот это направление тебе очень идет. Вот эта манера исполнения тебе очень идет. Ты очень талантливый, музыкальный молодой человек. Я думаю, что и думаю, и мне кажется, это 100%. Ты знаком с музыкальной грамотой. Знаком. Ну да, видно. Потому это. Что видно, да, что да, ты да. Действительно не просто... Профессионально. Вот, да, профессионально делаешь это. Классно. Классно сделал, молодец. С удовольствием тебя слушал. Не останавливайся. Пиши дальше. Радуй нас. Ну что, друзья, пока.